Паркур небольшой. Манки. Блять. Наебал. А где? Тут небольшой обман. Снова паркур. Блять. Ну он наебал, нету здесь ничего. Так, а что если... Блять. А не подскажете? Пицца где-то здесь? А? Пицца, магазин. Домино, а нет? Чё? Пахнет едой. Да ёб твою мать, да. Блять, мне кажется, я назад возвращаюсь. А не знаете, пицца здесь где? Да. Магазин, домино, что-то там. Так и нет, суши, пицца есть. А где? Вроде посередине, дальше надо. Подождите, а, нет, домино, домино у нас. Домино? Не знаете, да? Костян, тут я круг сделал, ты меня наебал. Ты говоришь прямо и направо, блядь. Прямо и перекресток там, где светофоры, прямо вот дорогу переходишь и сразу увидишь. Даже мне так сразу не сказал. Я сказал тебе. Блядь. Чуть не уебал вас. Смотрите. Тут по-фирменному. Короче, у вас в момент трюков время замедляется. Вы помните это? Или вы уже забыли? Когда мы делаем трюки, время замедляется. Пожалуйста, запомните об этом. Запомните. Почему не туда? Почему не туда? Я думал, вот перекресток же. А куда? Во, а, вон, я вижу. Так. Блять. Блять.
Ёбаный стаканчик. Так. Ага, закрыто. Блять. Что дороже, репутация или свобода? Получается, свобода. Фу, блядь, ёбаный стаканчик. Ну это ж, блядь, надо людям такими быть, вот так вот бросить и все, блядь, и пойти по своим делам. Куда это нахуй? Погнали. Фу, блядь. Фу, блядь. Фу, блядь. Фу, блядь. Фу. Есть, цель есть. А чего пишете, Асу? Здрасте. Здрасте. За самой вкусной пиццей вроде пришли. А? Пиццу надо взять. Здрасте, а у нас заказ был, там одна маргарита. Вот у меня чек есть, правда, он немножко смелся. Ага. Да, да, да. 1700. Саусу тоже, да? Да. Пожалуйста. Спасибо. Напитки брали? Ничего не брали вроде. Подожди. А, или брали. Надо посмотреть по чеку. Я ж не знаю, это не я заказывал. Чек можно ваш? Да, только я его помял чуть-чуть. Фух. Так, у вас сок яблочный? Ага. И всего на 0,5, пожалуйста, из холодильника. Я выбрал, выбрал. Да, правда? Выбрал. А, да? Да, ну все. Уже брали. Брали, значит, ладно. Я принимал. Ваш чек, пожалуйста, приятного аппетита. Соус здесь поставили. Ваш пицца, все удобно. Спасибо большое. Что? Костя брал все, Костя все взял. Он же приносил, у вас еще поил. Фух. Ой, блин, красный свет, ну куда же я?